Вооруженные граблями, в перчатках и с большими мешками для мусора, сотрудники правительства Брянской области присоединились ко всероссийскому субботнику рано утром. Они прошли по тропе здоровья вдоль и поперек, собрали прошлогоднюю листву, мусор, разобрали завалы упавших веток. Вышли на субботник с отличным настроением, с отличным настроем. Убираемся, помогаем, делаем хорошее дело и при этом отлично себя чувствуем. Люди бегают на пробежке, но приятно, что правильно смотреть, когда чисто вокруг убрано. Тем более сейчас всю листву поднимем, зелень все наружу полезет. Когда ощущаешь себя частью именно какого-то всего целого, это такое, я бы сказала, поднимает боевой дух такой. Ты знаешь, что в это время ты не один, и все делают вместе с тобой одно общее дело. Сотрудники правительства отметили, что в этом году намного меньше мусора, чем было раньше. Отрадно, что люди стали меньше загрязнять такой уникальный уголок природы, как роща Соловьи. Собранный в ходе субботника мусор будет вывезен и утилизирован по всем правилам. Александра Седачева, Игорь Винчук, События Брянск.